Инспектор заповедника «Столбы» снял на видео медведи, которые бродили в поисках еды недалеко от туристических троп. На кадрах видно, как медведица с медвежонком-подростком, почуяв опасность, убегает в лесную чащу. Напомню, что с 1 мая запрещено посещать буферную зону заповедника как раз из-за весенней активности косолапых и в связи с началом пожароопасного сезона. Туристы должны помнить, что в этот период самцы хищников проявляют агрессию, а попытка снять их на видео или фотоаппарат может привести к трагедии. Вот что рассказала о встрече с медведем автор съемки. Вода была довольно большая сейчас в половодье, и, видать, малыш-то он боится воды, поэтому мамка его не подгоняла, а за ним вот шла. То есть остановились на берегу, я увидел. Что касаемо туристов, тот район у нас, он не посещается. То есть это буферная зона, она закрыта с этого года даже по пропускам. Ну и хотелось бы сказать, не нужно проявлять излишнего любопытства. То есть стараться подойти, потому что это хищник в нашем регионе, это самый крупный хищник. Реакция может быть непредсказуемо, тем более, если это медведи с медвежатами.